Всем привет, ребята, и вы на канале Авокадо. И сегодня я вам буду рассказывать о своих новых поп-итов. Ребят, на моем канале уже давно не было видео, я подумала, может мне снять. И, ребят, это была долгожданная посылочка, я ждала. Эти поп-иты суперские, ребят. Я заказала вот такой, ребят, квадратик. Вот такую сердечку. А вот вы ананас знаете. Кстати, он очень редкий. Квадрат вообще стандартный. Все знают о нем. Кликает он очень классно. Он, к сожалению, не двухсторонний. Но тут, ребят, кто не знает, что такое пуп-ит. Пуп-ит переводится как лупой это. Я перевела. Вот так. Ну, ребят, знаете, там были кружочки. Пуп-иты, ребят, это, понимаете, это такая штучка. Тут такие пупышечки, ребят, смотрите, надо нажимать на нее и лопать. Кто еще не знает. Кстати, наконец-то эта посылочка пришла. Она у меня пришла сегодня, вот этот квадратик. Потом еще вот это сердечко. Оно очень двухстороннее, оно очень мягкое. Немножко звук есть, смотрите. Но скоро, ребят, оно открывается. У некоторых не делается вот так, смотрите, видите? Видите, нормально не делается. Видите? Потому что надо много кликать, а в этом получается. А вот в ананасе, смотрите, у меня сразу почему-то получилось. Сразу вытащила и кликала. Смотрите. Тут такой звук. Я его в два раза дороже покупала. Даже, наверное, три дороже на три. Потому что это я заказала, а этот я купила просто. Кстати, ребят, очень классно, мне понравились вот эти пуп-иты. Кстати, тут 24 пуп-ит, ну, пупырок. Тут-то у нас 29. Давайте заново подсчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Точно не знаю, ребят, но я помню, что было 29. Если неправильно, то напишите мне в комментариях, сколько это по-настоящему у этих купюр. А тут я точно знаю, потому что это 6 на 6. Тут у нас 36. 6 на 6, 36. Кстати, ребят, очень классно вот этот кликает. Мне больше вот этот понравился, чем даже ананас. Но он и не редкий, но и классно кликает. Давайте послушаем. Готово. Вот такие, ребят, пуп-иты у меня. Ну, кому больше нравится, ребят, я сняла это видео, чтобы вы тоже знали, что это такое пуп-ит. Я рекомендую вам купить больше квадрат. Почему? Потому что тут больше пупырок. Знаете. Я больше не хочу, потому что покупать пуп-иты. Зачем? Они все одинаковые, просто разные формы. Вот так. Ну, если только один большой куплю. 10 на 10. Ну что, ребята, дошел конец нашего видеоролика. Ну, ребят, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Покупайте пуп-иты и снимайте видео. Играйте, снимайте стресс. Ну что, ребят, всем пока-пока! А какой вам больше понравился мой пуп-ит, то напишите в комментарии, какой вам больше нравится. Ну что, всем пока!